Одесского головореза, подозреваемого в жутком убийстве Натаирова, переводят из СИЗО в Днепровскую психиатрическую больницу со строгим надзором. Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения 30-летнему одесситу Дмитрию Пономаренко, который подозревается в двойном убийстве. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины в момент совершения преступления и по настоящее время были признаки расстройства психической деятельности. Напомню, сразу после убийства он называл себя Богом. Эксперты пришли к выводу, что Пономаренко был не способен осознавать свои действия и руководить ими. Судя по всему, наказание ему заменят принудительным лечением в той же клинике.